смотришь? С самолета сбросили ящик с лекарствами. Кто-то должен защитить его от жнецов. Ты хочешь, чтобы это сделал я? Потому что у тебя сверхспособности. И ты в долгу передо мной, перед всеми нами за то, что ты сделал. Я сообщу, когда ящик заберут. Давай, неси уже. Братан, есть минутка? У меня созрели кое-какие идеи, хотел с тобой обсудить. У меня малость руки заняты, тут повсюду жнецы. Эти придурки все равно от тебя никуда не денутся. У меня важное дело. В общем, насчет твоего умения запульнуть чувака в небо и расстрелять его в полете. Я подумал, что...
что надо его как-то назвать. Слушай, сейчас не время. Назовем это умение живодер. Ну, в смысле, что живым не удерешь. Можно выпустить футболки с названием «Срубим кучу бабла». Мы команда, чувак! Ты сила, а я мозг. Может, тебе помочь донести? Все путем. И Коул, спасибо за помощь. То есть бойкот окончен? Увидим.